Hani bulunuşuna bizim gelgelerimizin sebebi biz tüzlüğünü bildirmek. Bilmeyi Aha. gelge. Kop kalk anlamayalar var. Şunu uçun bugün Aynen. iş etip cemaatine faydasını bulan zat deyip cemaat iş için Hayvanlar gelgen için. düşündü. Halk suyu hayvanların saklayan yerlerin koyulan suyu vah bu yeri. Şu hafta aktarı iş yerine durup biz çıkalımız buna şu kağızla. Her şu kağızını yazgan devri 92. yıl 16. Aprilde yazılan şu. Biz gelgemiz Soramaga, Tonayım, Absalamaga'nın yanına. Bugün bizge şu aytıracak. Şu zat gerti mu Tugul'ün özü bizge anlatıl verecek. O siz gelgesiz daha şunu belirletmiyor. Ben direktör olup işe gezavarına buna ana ne yazgan birkaç şu 16. Aprilde 92. yıl yok hopta beri Ох, hop, связи с многочисленными обращениями отдельных жителей или коллективных обращений жителей Төбенаул, Черлегаул, Бетаул во исполнение решения СПК совхоза Казанищенский приказываю главному агроному совхоза Казанищенский Асельдерову Салаутину провести размежевание участка земли в размере 105 гектаров для выпаса общественного скота вышеуказанных аулов села Нижняя Казанище на местности Саш-Арт. Приказ вступает в силу с момента подписания. Контроль выполнения данного приказа оставляет за собой. Директор совхоза в то время был я, Абдусала Тунаев. Шулай, Ялашар. Протокол общего собрания жителей села Нижнего Казанища 10 апреля 1992 года. Присутствовало 473 человека. Председателем собрания был Асельдеров Салаутдин, секретарем собрания был Камау. Камау. Повестка дня. Выделение земельного участка на местности Таш-Ар для выпаса общественного скота жителей Төбенаул, Черлегаул, Бетаул. Слушали. От имени коллектива жителей данных аулов выступил Минатуллаев Мамад Шапи. Он подробно объяснил уважаемому собранию необходимость выделения 105 гектаров земли на местности Ташар для выпаса скота, так как количество скота в подворье увеличилось несколько раз. Далее выступил Асельдеров Салаутдин, главный агроном. Он рассказал о возможности выделения данного участка совхозом Казанищенским. Поступило предложение Авакарова выделить участок в размере 105 гектаров для выпаса общественного скота. Председатель, кто за то, чтобы выделить данный выпас для выпаса общественного скота земли в размере 105 гектаров, Ташат, прошу проголосовать. За проголосовало 463 человека, присутствующих на данном собрании. Против выступили только четверо, воздержались 6 человек. Председатель собрания Асельдеров Салаутдин, секретарь собрания Камау. Камау. Ну за что? Целиком полностью падает. Он не гельми гере, не чек пора. Гельмесей де, рай, сіз шулай, буна хали аудиторияға, буна хана кағызыны без монтажа, біз затына кесме геріміз, буна оригинал кағызында көрсетіп тұрабыз. Шуна язылған, буна хана. Бір затында бөлінмеген, абы кесілмеген, шу бар күйді оригинальный видео буна хана, шуны ұқуды, өзі язған адам, патвержат еті. Шу кағыз вступил в силу. С момента подписания это имеет юридическую силу. Да. Чтобы его отменить, надо вынести такое же решение жителей села, общее собрание жителей села об отмене этого документа. А было такое собрание? Не было.
Bu sabraha bulma var. Akbiletli gerekli çoğunluğa reşene çağırılan bulma var. Eğer de bizim şu bizim yurtumuzda konstitüsyona göre biz imeyim polnaya prava, sokları etip, sabraniyalar etip, bizim özümüzün yurtumuzda reşene prinimat etmek, если это не противоречит федеральному закону. Şundan federalni zakonga bir противоречие de yok. Şu bizim yurtta güç, bizim yurtta zakon şu. Eğer de şu для выпаса скота alınmamsa, для выпаса скота, значит, что bizim yurtumuzda для выпаса скота. Pazbişi 11 декабря 92 года Совет министров göre, şunların reşenesine göre, Pazbişiler, Prusya'nın uçaslar, zemini paylağa da verilmeyi, zemini dolağa da verilmeyi. Şu kağız ne akminyonlu nikim. Eğer de şuna verilen kağızlar baramsa, şu bizim municipalni obrazovaniyanı, районный администрацияны şular dür превышение служебных полномочий şular түзетмеген şular харам эткен законну бузган şu hakimlerimiz şu jamaatın alınan vaqtı toprağı şu прокуратура не деп айтат алар прокуратура айтты прокуратура язганда олар айтты биз бермейик те сиз учусуңуз юртуңуз бергени муниципальный образование бергени муниципальный образование өз сутка обращаться деп муниципальный образование главабыз айтты Toprak beni kütüklü rayon administrasyonu gidiyor. Rayon administrasyonu da biz özümüzün özü suda beri bulmayız diye. Son artta 2005 yıl var zakon Respublika Dagistan Dazıların her municipalini abrazlamayla özünün Dazıların toktaşlarına zakon var. Şu zakona göre bizim 131 federal zakona göre bizim topraklığa sofsinlik municipalini abrazlamayla silsili. Daha adam buna kalkozlar, СПК-лар, КФХ-лар, бұлар пользователер, бұлар не имеет права распоряжаться этим участком. Подтвержденный факт, чтобы донести до Попова, нового прокурора, который прибыл в Дагестан, пригласили в Дагестан работать в должности генерального прокурора. Вот сейчас этот человек рядом с нами находится, и мы находимся у него в гостях, он вот подтвердил это, сам прочитал на русском языке, естественно, и подтвердил. И вот, чтобы, когда будет необходимо, этот материал тоже мы приложим к этому делу. Вот, пожалуйста. Все правильно, все правильно. Я целиком полностью поддерживаю. Это приказ был написан мною по требованию джамаата, по просьбе джамаата Казанищинского. Написан приказ и имел этот приказ силу в то время и имеет до сих пор. Земля находится на никуда она не делась, а вот некоторые люди, видимо, там ищут свои выгоду. Вот. Выгоду себе ищет и мешает общему джамаату. Казанище Нижнее огромное село. Такого села в Дагестане раз-два и обчелся. Огромное село, и там власть должна быть в руках народа, местных жителей. Они просят, их просьбу надо выполнять. И этот приказ имеет до сих пор силу. Пусть этот приказ, если что-то ненормальное, есть юридические органы, есть судебные органы, пусть проверит еще раз и узнает, подтвердят это. Вот такое, они пришли ко мне, я это целиком поддерживаю и прошу, чтобы это мирным путем, нормальным путем решили этот вопрос в джамаате. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Баракалла. Аллах умри саулық берсін, абшалам ағай. Что подаритесіз? Этемен, безусловно, өзіме еткен, халыққа яқшы ол етемен деп еткенен, шоны патриот етемен. 5 жыл ішедім мен шоны. Башқа асовый проблемалар еғады, халық болсайлы. Телефоны бары, телефон күттік. Оны башқа законға қаршы чығып, Erişimlülük üretim olacak mı olmalı? Bir tüktü olmalı.